Ксения Рунова не новичок в Самарском университете. Она отучилась на бакалавра и поступает в магистратуру. В своем выборе уверена твердо. Неудивительно, специальность Ксении – инженер-прочнист. Это очень перспективное направление, а именно расчеты на прочность. То есть они везде нужны. Там ракеты, самолеты, дома, машины, даже упаковка для еды. То есть все нужно рассчитать, чтобы оно не сломалось, не развалилось. Абитуриенты знают, что им нужно, говорят сотрудники приемной комиссии. Если раньше выпускники терялись среди обилия факультетов, то сейчас они определяются с вузом еще в школе. Выбор в этом году более такой целенаправленный. То есть ребята приходят уже ориентированные на что-то. И поэтому оригиналов больше на данный момент, чем по прошлому году. Всего в Самарский университет поступают более 4000 человек. Много иногородних, они приехали из 60 регионов страны вплоть до Владивостока. Возьмут лучших, в этом году в вузе появились новые бюджетные места. Ребята, наши выпускники, которые имеют по 85-90 баллов, они теперь имеют возможность получить образование на Самарской земле и остаться здесь же трудиться. Технический вуз тоже, что и творческий. Абитуриентов политеха ждут экзамены на изобретательность. В этом году популярны специальности машиностроения, информационные технологии и инженерное дело. Мечтал всегда быть строителем, но в процессе знакомился с физикой и понял, что инженерия сейчас наиболее прорывное такое направление. Особенно, допустим, нефтегазовое дело, страна развивается, и поэтому всегда инженеры нужны. Пик приемной кампании уже прошел, но работа не останавливается. Чтобы подать документы, у вчерашних школьников есть еще 2 недели. Прием завершается 26 июля. Артем Устинов, Станислав Левин. События.